впервые настолько масштабно, впервые по-настоящему молодежно, впервые, с моей точки зрения, огромное количество креатива. С чем я всех поздравляю, замечательно выступил. На конкурс было подано свыше 200 заявок от участников из 47 городов России. Все участники проходили многоступенчатый отбор, и в финал прошли молодые творцы из 25 регионов. Мне отрадно, что кафедра дизайна нашего университета, Оренбургского государственного университета, вместе с нашим студенческим клубом «Среда» написали этот проект и получили грант Фонда культурных инициатив. Мы в Союз художников подали заявку. Был рассмотрен этот вопрос, и да, Союз художников официально принял присвоить этой выставке статус всероссийской. То есть это не просто так, это достаточно серьезно. Вот, допустим, работа из Белоруссии, Минск. Также есть фотографическая работа Дякиной Ольги. Она, получается, у нас из Санкт-Петербурга. Есть работы из Москвы, также география, то есть прямо очень большая. На каждую работу смотришь, и ты понимаешь, что это самостоятельное художественное высказывание, которое в дальнейшем будет только совершенствоваться. Ребята, быть молодым – это здорово! Самое важное, что такого рода мероприятия в Оренбурге проводятся. То, что их поддерживает университет, музей, художественное училище. Так должно быть, потому что без этого молодежного пространства Оренбург просто не может существовать.